Ten to beggar, beggars in the king. Узкий мост плывет над фонарем. Сигарету затушили в лету. Хочет птица золотым пером. Хорошие художники всегда были богатыми людьми. Ну, не все, но то, что вот хороший художник может быть богатым человеком, это, в общем-то, не сегодня возникло. Правильно? Есть миф о бедном нищем Ван Гоге. Ну, действительно, он при жизни продал только одну работу, но у него был брат, владелец очень крупного банка, и кроме того, что Винсент был художником, он был еще, по-моему, даже одним из мажоритарных акционеров этого банка. Поэтому это не был, он не был бедным человеком. Вот, Рембрандт был богатым человеком до определенного времени, но поскольку он выстроил свой быт как пирамиду, ну, мы все знаем его биографию. А когда там Врубель и Серов сделали витражи и панно для дома Рябушинского, то на гонорары, которые они получили, каждый из них построил себе дом примерно такой же, как у Рябушинского. То есть, у Дали есть такой завет, да, художник не будь бедным. И Леонардо не был бедным человеком. То есть это вполне в контексте Рубенс был богатым человеком. Того, что происходит. Ничего страшного, художник деньги не портит, если он художник. То есть парафраза о том, что он должен быть голодным? Это выдумка недалеких буржуа. А художник не буржуа, художник это что-то среднее между люмпинами и аристократами. Закрытое не закрывается, сломанное не ломается, потерянное не теряется, забытое не забывается.